Мы находимся на этапе создания совместного российско-турецкого центра по контролю прекращения огня в Нагорном Карабахе вместе определенным Азербайджаном. Основной целью этого центра будет контроль прекращения огня, а в случае его нарушения будут приняты соответствующие превентивные меры. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, заявил находящийся с визитом в Португалии министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Анадолу. Глава МИД Турции подчеркнул, что Азербайджан провел успешные военные операции и сейчас в регионе действует режим прекращения огня. Турция поддерживает Азербайджан не только потому, что мы одна нация, два государства, но и по той причине, что Азербайджан придерживается справедливой позиции, основанной на нормах международного права, сказал Чавушоглу, добавив, что в течение 44-дневной войны прекращение огня объявлялось трижды. Армения каждый раз нарушала его. Глава внешнеполитического ведомства Турции выразил надежду, что Армения выполнит последнее решение о прекращении огня. В таком случае мы нормализуем отношения с Арменией. Совместно с Азербайджаном мы оценим дальнейшие шаги. Открытие границ с Арменией будет крайне выгодно этой стране, потому что действия Армении привели ее к самоизоляции, сказал Мевлют Чавушоглу. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.